Файнвалов, что происходит, скажите мне. Надо что? Ну, вплотную, ну не толкайтесь. Я не толкаюсь. Как, вы же на меня лезете? Кто не лезет, я лезу. Кто стал жертвой интенсификации? Матвей Крылов, Дмитрий Григорьевич. Ребятишки, коридор. Да, я. Просто поддержим тех людей, которые борются с этой властью. Сегодня нарушено конституционное право голосовать гражданам против всех. Это наше право выбирать ту партию, которую мы хотим. А нам дали ограниченный список. Мы против таких выборов. Покажите, Борис Евгеньевич, покажите. Покажите, дай на голосование. Ну, просит, что ж, дай на голосование. Выборы признаете? Дай на голосование. Дай на... Ура. А где? Владимир Александрович, а куда? А где вам выбор? Мы, партия Народной Свободы, не считаем это выборами. Мы не считаем, что эти выборы свободны и легитимны. 10 политических партий, включая партию Народной Свободы, не были допущены до этих выборов. И это самые грязные, самые подлые, сфальсифицированные выборы за всю историю. Поймем, когда они там пойдут. Саня, ты нам крикнешь? Мы пришли протестовать против фарса, против манипуляции, против мошенничества, против кражи у народа голосов. Уже с утра, вы знаете, повсеместно идет информация о фальсификациях, о каруселях. Уже арестовываются журналисты, уже рушатся сайты популярные, в том числе «Эхо Москвы» и так далее и тому подобное. That you people should understand that is imitation. This authority created imitation of very important institution, which name is free elections. That is not free, that is not elections, that's imitation.